Доброго ППС, дорогие друзья, с вами снова Шустрила и... И Nightmare House 2. Многие из вас, наверное, догадались по следам века, многие нет. В самом-то деле, я его никогда не играл. Я первую часть прошел очень давно, явно что-то происходит. А вот во вторую ни разу. Ни разу в жизни. Мод уже, на самом деле, очень много времени. Давайте пройдем пролог. Окей, выглядит все еще здорово. Так, судя по всему, я припарковался, как я умею. Но машина дальше не поедет. Так, хорошо. Ну, выйдем на дорогу, попробуем поймать попуточку, но там невидимая стенка. Видимо, нас так и просят пойти вглубь леса. Опа-на! Кажется, что-то в этом доме явно нечисто. Так-с. Ни фонарика, ничего. Лопата? Я возьму. Если как-то поспокойней. Со времен постола полезная штука. О! Добрый вечер. Не знаю, что это было, но я нашел транспорт. И вы знаете, на этом, наверное, наш летсплей нас заканчивается. Доброго ППС, с вами был Шустрила. Я... Блять, он не едет, черт. Придется идти дальше. Я случайно. О, топор. Еба. Слушайте, ну все, я как-то уже поувереннее себя чувствую резко. Ладно, в любом случае это всего лишь мод. Так, ну ладно, Nightmare House. Явно в этот дом стоит зайти. И фонарик появился, как только я взял топор. Видимо, это новые разработки. Топорный фонарь. Так, ну, певцу в корыто. Думаете, это проблема? Нет, она стальная. Черт, если стальная, то это проблема. Ладушки. А здесь не откроется. О, ну-ка. Твою мать. Ну, такого я явно не ожидал. Слушай, здесь велосипеды. Блядь, похоже на велосипедный клуб. Что-то отлично трескает. Я не очень люблю велосипедные клубы, если честно. Ладно. Пистолетов мне тут не предвидится. Давайте попробуем закоротить систему. Надо бросить туда что-то металлическое. Так, замыкание. Эть! Замыкание не произошло. Блядь, вода! Блядь, электричество! Так, хорошо. Ну что-то явно думаю. Ну, по-моему, не коротит. Я прекрасно себя чувствую. Твою мать. Здрасте. Мне кажется. О, у вас был пистолет, юноша, да вы ни хера. Это что? Что за пистолет? Ствол гладкий очень. А можно я гляну, что за ствол? Похоже, блин, на макарыч какой-то. Пистолет 9-миллиметровый. Уж больно гладкий ствол. Так, ладно, разбираем завалы. Самое время выходить. Как мы помним, прошлый опыт со Слендером. Да, это рили макарыч какой-то. Я даже не знаю, что это такое. Этот, как мы помним, со Слендером не удалось, потому что правообладатель решил заехать. И чё? И как тут? А, может быть, конечно. Слушайте, я хер знает, как тут. Этот, Слендер на меня правообладатель въезжал. Так что, как бы. Вот, да. Так, хорошо, ну-ка подожди-ка. А если мы здесь... Это же так и задумано, да? Я ведь не псих. О, нормально. А сейф можно это? О, на F6 можно делать сейф. Господи боже. Но тут закрыто. А если топором? Ну и что это мне дало? Ребят, мне кажется, я ошибаюсь. Я явно что-то делаю не так. Я только начал играть, а уже что-то делаю не так. Странно это. А, вон стенка, господи, что я за человек? Стенка сразу в глаза-то бросается. Опять же говорю, я этот мод не проходил. Только самую первую часть. Но, кстати, первая часть очень похожа была на то, что я играл сейчас. Так что, видимо, тут что-то еще должно быть. Так, все, качественно, молодежно, проходим уровень. Вот эту стенку, наверное... О, ну как знал. Юноша? Ну, вы явно не встанете. Оу. Эдуардо! После стольких лет! После стольких лет я снова встретил тебя! Как ты? Эдуардо! Ты же... Ладно, Эдуардо, я спешу это на то, что ты слишком рад меня видеть. Так, у меня есть ствол. А когда у меня ствол, я ничего не боюсь. Лол, 20 потом, 18 на 20, все. Парни, сейчас будет... Просто я даже не знаю, чем мне топор. О, еще и... Ой, господи, тут работает чай на кьюшечку, смена оружия.
Ясно. Столик не нужен, он явно тут лишний. А вот пепси. Откуда я это беру? Я что, Гудини? Так, хорошо. Ага. Ну, пока что явно ничего плохого. Везде какая-то кровища. У кого-то в этом доме была менстра. Это что? Аптечка? Бля, воу-воу-воу-воу. Ну и что? Не, я-то готов. Я-то готов. Вы можете думать, конечно, что я не готов, но я-то очень готов. Ну, понятно. Твою мать! Вот у кого менстра. Это ты? Ебать, я повешу это назад. Я виноват. А вот твои следы. Твою мать! О, отдачи нет, у меня no recoil. Чё по телеку сегодня? Нихуя себе. Что, кто? Что случилось? Зачем такие музыки? По телеку явно не... Нихуя себе, спасибо! А может я сюда пойду сначала? У меня фонарик сел. Он моментально зарядился. Вот это фонарик. Меня как-то приглашают, я даже не знаю. Бля, сердечко-то шалит. Ну вы шо, охуели? Я пойду домой, ясно. Здрасте, 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 подождите. Я этого ожидал. Ну-ка. Эть! О, хорошо. Почему не открылось? Слушайте, а сантехника тут не к черту. У меня есть знакомый, телефончик могу вставить. Так, вот не надо тут ломать. Трубы-то не сломают, цепи. Цепи, это интересно. Так, тихо, тихо, потихонечку. Давай. А еще ниже, наверное, смерть. Вон, брательник Эдуардо двоюродный. Так, перезарядили фонарь, хорошо, можно входить. Что ж вы такие стрёмные, блядь? Да ты охуела! Ты должна быть мертва! Это что? Как же Димка ее называл? Похоже на Кристину! Точно это Кристина! Кристина! Блядь, Кристина! Кристина, ты похоронила себя. Зачем ты это сделала? Господи, как же я люблю Half-Life. А, что за роскозни? Что-то девочка это явно от меня утаивает. Девочка, ты висишь. Родная, я хотел тебя освободить, но думаю, ты и сама бы себя освободила. Кристина, не покидай меня больше, я тебя прошу. Кристина, вскрой этот замок. Хуёво вскрываешь. Я понял. Нет, не понял. Блять! Но это было явно неожиданно, родная моя. Откроешь теперь? Кристина, хорошая работа, где ты? Ты справилась. Это слишком много девочки. Я вообще не люблю. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте сюда, родные мои. Подходим, подходим. Бум. Ну а тебя так. Гладким стволом. Погладим. Я вообще не люблю девочек. Они стрёмные. Тут нет ручки. Очень жаль. Тут закрыто. Ну и что дальше? Лул. Вот это разговор. Воу. Я смотрю, тебя не тем кормили. Это должно было быть страшно? Не почувствовал. А я хочу взять эти ружья. Ружья, которые... Антикварные ружья, что это щелкнуло. Твою мать, бля, ты... Фильтруйте, пожалуйста. Ох! Ой, не та кнопка. О, ну все. Но я не знаю, что эта игра должна сделать, чтобы меня остановить. Ты не страшный. Ну, может быть, немножко. Ключ необходим. А ключ, наверное, здесь. Здорово, ребят. Ну-ка, дай-ка маус 2 тебе в лицо. Эдуарда? Подползай, переговорим. Я понимаю, ты расстроен, что я оставил тебя. Но... Это жизнь. Люди встречаются, люди расходятся, понимаешь?
Ничего с этим не поделать. Ключ есть? Есть патроны. Займемся стиркой. Постирай этот кусок доски, Эдуарда. Приду, проверю. Зачем ты закрыл свою подругу? А это ключ. Похоже на то. Я его уронил. Блять. Евака! Иди откуда пришла? А тут никаких патронов там, не? Ничего мне не полагается. А, да что ж, что вы за люди такие? Вам, кстати, есть маус один достаточно, я вот что заметил. Ну, просто справляюсь в одиночку против... Ага! А, нет, ты смотри, повезло. Так, я понял. Одну секунду. Дачку. Надо проверить стволы. Заряжен и готов. 4 патрона и похуй. 3 патрона. Заряжен и готов. Я буду закрывать за собой двери. Они хотят... Что-то ваш дом слегка трещит. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но вот эту тумбу явно надо отреставрировать. Буду использовать ее пока что в качестве окопа. Давай! Подходи! М? Ясно, так я и думал. О, машинка. Поехавший, что ли? А, зеркало треснуло. Давайте заделаем брешь. Я слышал обычно из зеркала. Твою мать! Что, кто? Девочка здесь была? Я не обратил внимания, извините, пожалуйста. Какая красивая картина. Давайте используем ее по назначению. А что у меня фонарь? А, у меня фонарь сел. Надо перезарядить фонарь. Я надеюсь, у меня не будет... О, а это револьвер. Здорово, револьвер, кстати. Это что, картина там спеклась? Да ёб твою мать, почему тут дробовик не на четверку? Эдуарда, сукин ты сын. Эх, ой, Эдуарда, вон и твоя часть. Так, тут мы можем просто проползти, я думаю. Что там такое, что случилось? Ну опять вниз, что-то я не очень хочу. О, мы умеем спринтить? Почему я об этом только сейчас узнал? Где дробовик? Лопата, ты снова со мной. О, лестница? Что там, рука упала, ебать, тут человек. И он под стулом, братан, я вытащу тебя. О, боже ж ты мой. Ну и что за шутки, блядь? На самом деле я помнил это. Именно этот момент я помнил. Простите, если не оправдал ваших ожиданий, блядь. А вот тебя, Эдуарда, я не помнил. Катись в ад, мразь. Нет тебе веры. Угу. Легко, блядь. Угу. Я чувствовал, что что-то здесь не так. Перезарядим фонарь. Перезаряжу. Кстати, я же спринтить умею. Я все время это забываю. Эта игра становится легче со спринтом, на самом-то деле. Так, тихонько! Проклятые мрази! Что ж вы это? Совесть бы поимели, но... Человека на неожиданность брать. Так, тут, мне кажется... Вот так вот я достаю патроны из ящика, блядь. Перекидывая их через балку. Я раз и по него окно улетели. Это был пиздец. Так. Ящики, есть смысл здесь вообще бить какой-то? По-моему, нет. Они могут мне еще пригодиться. Ладно, это моя остановка. А это что? А все потому, что, сука, я не умею ездить на велосипеде. Если бы я умел ездить, я бы уже уехал по шоссе. Но... Блядь! Да ты охуевшая! Блядь! Да ты охуевшая, Рилли! Ух, нихуя меня схватило! Да ёб твою мать, что за шутки, блядь? Ты шутишь, что ли? Блядь! Гэнгста, нига, бич! Разборку решили устроить! Не ожидали, что у парня будет гладкий ствол, да? Сука! Сука, можно, блядь! Человеку нужно делать перерыв между Ебанись, блядь! А, так все, на улице нахуй пошла! Слышь, я съебываюсь. Парни, вы, конечно, как хотите, блядь. Удачи вам. Пожалуй, наберете меня, если что. О, велик. Я, пожалуй, к машине. А? Если что, имейте в виду, блядь. Родная. You can't escape from Nightmare House.
А теперь ждите кредитов. Не кредитов, а титров. В любом случае, ребят, спасибо, я думаю, пролога на первую ночь хватит. Я хочу успеть зарендерить и подкаст, и этот видос. Поэтому доброго FPS-а, проходим эту штуку.